Именно весной дачники и сельские жители начинают активно готовиться к новому сезону. Убирают старую листву и траву. Мусор привычным способом сжигают, а это влечет за собой рост пожаров. Так, например, из-за элементарной халатности и несоблюдения правил безопасности в деревне старые терушки, разведенные жителями огонь, за считанные минуты распространился на огромную территорию и приблизился к жилым строениям. Благодаря быстрым действиям соседей пламя удалось потушить. Еще пару минут промедления и печальных последствий было бы не избежать. Виновников сотрудники МЧС привлекли к административной ответственности. Уже на территории Солигорского района зафиксировано 12 выездов пожарной аварийно-спасательной техники на такие загорания. За выжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И предусматривает она собой ответственность от 10 до 40 базовых величин. Также хотелось бы напомнить правила разведения костров. Они не изменились с прошлого года. На расстоянии не менее 10 метров от зданий и сооружений при себе необходимо иметь элементарные средства пожаротушения, достаточно ведра с водой и штыковые лопаты. Желательно, конечно, все это делать в безветренную погоду. К слову, мониторинг сельских секторов сотрудники Солигорского горотдела по чрезвычайным ситуациям проводят ежедневно. Объезжают территории, объясняют жителям, как грамотно избавляться от сухой растительности и мусора. Нарушителям выписывают штраф. Но стоит помнить, что только от нас самих зависит наша безопасность.